Две старые котельные закрылись в Зеленой Роще, одна на Джамбульской, другая на Металлургов. Обе работали более 50 лет, и все это время от их выбросов страдали жители 40 многоквартирных домов, а также воспитанники двух садиков, школы и детского дома. По данным специалистов, на этих двух предприятиях сжигали 90% всего угля компании «Краском», на остальные 8 котельных приходилось лишь 10%. Теперь количество вредных выбросов в воздух Красноярска сократится на 1700 тонн в год, а горячая вода в дома будет поступать от тепловой электростанции. Уже смонтирована схема по обеспечению горячим водоснабжением жителей микрорайона «Зеленая роща». И до начала следующего отопительного сезона, то есть до этой осени, будет переведена и на систему отопления от сетей ТЭЦ.